едешь по драгу или летаешь в дрифте. Я в руле, брат, я в руле, ты где, брат? Я в руле, я в руле, брат, я в руле. В любимом Питере или в сестренке Москве. Я в руле, брат, я в руле. Летим, 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 не спеша. Нужда в скоростных режимах никому не объяснима. Она неутолима, как желание слышать этот хруст винила. Как насыщенный тон акрила, взрыв тротила. Мы жажду утоляли не лимонадами, а педалью. В промежутках между минимализмом и гранью. Было опасно, но трасса подчинялась нам запасом. На улице города уж полноценный февраль. А у нас в бардачках лежит прошитый январь. Немного беспредела, а по городу да так смело. Братва чертит резины, словно по доске мелом. На самом деле не важно, по прямой ты или боком. Задача выдержать стиль перед своими строго. Сегодня погода определенно располагает. Спотевший гаишник кому-то протокол оформляет. Очередной штраф не доедет до сберкасс. Плевать на него, как на мусорской прайс. По каду в этом сезоне лучше не превышать. Камера система повключала опять. Зубодробильные кочки на винтовой подвеске. Нам всем известна каждая дыра в районной местности. Конечно, можно сказать, что мы привыкли и пофиг. Если б не этот чертов низкий 30-й профиль. Здесь кто-то свеженьким джизетом обзавелся, а кто-то под палящим солнцем на оппозитке спекся. Кто-то кричит в рупор, на старт выходит супра. И так незамедлительно дает угла по кругу. Изо дня в день, из года в год. Каждый из нас, кто в теме, только этим живет. И местный нарик залипает где-то во дворе. А я слышь, я в руле. Ты где, брат? Я в руле, брат, я в руле. Угораешь по драгу или летаешь в дрифте. Я в руле, брат, я в руле. Ты где, брат? Я в руле, брат, я в руле. В любимом Питере или в сестренке Москве. Я в руле, брат, я в руле. Кто-то без остановки поглощает сладкие конфеты, а кто-то за лето сжигает кучу комплектов. Создает помехи выхлопом в прямом эфире. Машинка-пуля, ГТРР-34. Здесь где-то сквозь толпу крадется бэтгай. Настоящая легенда, 32-й Sky. Безостановочно продолжают девчонки танцевать. У кузова малышки Mazda MX-5. Как выставиться боком? Задай этот вопрос вон тому парню на роскошный Toyota Vieroso. Услышав твин-турбовый ротор, расшалели все. Это вам передает привет в отсечке RX-7. После пары пятаков провернула вкладыши. Как же неожиданно, ну надо же. Субаристы просто восхитительный народ. Стабильно новый двигатель минимум раз в год. С ними готовы спорить почти в любую погоду. Эти неугомонные люди, эвоводы. Кстати, на прошлой неделе неплохо так потусили вот с тем вот парнем на Ниссане Сильвия. Заметные красавцы даже издалека. Сатанинский Чайзер и очень дикий Марк 2. 200 SX или 350Z. Слышал, что немцы круче японцев-то полный бред. Неважно, Санкт-Петербург или Москва. Для нас мы все едины, для нас это семья. Пусть разделяет конкретно большой километраж. Объединяет любовь и четыре колеса. Я скажу тебе, дружище, только по секрету. Ты не знал об этом, мы вращаем планету. И если этот трек играет в твоей магнитоле, значит ты в руле, брат, ты в руле. Теперь ты крутишь пятаки. Ты где, брат? Я в руле. Я в руле, брат. Я в руле. Угораешь по драгу или летаешь в дрифте. Я в руле, брат. Я в руле. Ты где, брат? Я в руле. Я в руле, брат. Я в руле. В любимом Питере или в сестренке Москве. Я в руле, брат. Я в руле.